Ну что ж, здравствуйте, друзья, товарищи, вы на канале Hedge Playground. Сегодня продолжаем прохождение God of War. Да, в прошлом эпизоде мы нашли камень единства, ну как бы нашли в прошлом, но нашли буквально вот 2 минуты назад. Запись идет практически непрерывная. Короче, нам нужно теперь войти вот в эту вот штуку и пройти, спуститься с мирового древа. Так, мир между мирами. Ну да, пойдем. Мир между мирами. Поехали. И нам нужно это место исследовать. Бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, да? Проклятие. Отнести камень единства к обрыву? Здесь серьезно? Он ступил за грань, и камень единства его защитил. И нас защитит, да? Готов. Готов. Ну, если это все... Был рад знакомству. Но мы уже так прыгали. И в прошлый раз мы разбились насмерть. А теперь нет, смотри. Да, это мост. Вау, прикольно на самом деле. Ой, как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да тюм. И это... Йотунхейм? Не башня может быть. Йотунхейма. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Так, и здесь ничего не написано. Никакой штуковины. Оп. Ну, тут да, тут мы не спустимся. Окей, пойдем, ладно, посмотрим. Но я думаю, мы готовы к испытаниям этого засранца, потому что у нас... Да. Как бы... Видновато. Пьедестал. Как бы здоровья у нас достаточно, броня у нас мощное оружие, ну не то чтобы суперсильное, но нет, тоже она неплохо. Камень. Башня поглощает энергию камня. Что-то происходит. Она так. Движется. Сейчас она будут знает, открываться вот камень эти вот штуки, наверное. Свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. О. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Да, я так и думал, что сейчас будут вылезать какие-то засранцы. Так, тихо. Получайте, сволочи. Вот так. Ха-ха, смотри, вот это прикольные атаки, которые вот эти вот массовые, да? Еще, вот так. Тихо. Ну-ка, сейчас я буду убивать просто всех. Разрывать. Блин, а вот это вот, конечно, все. Плохо, что у меня атаки закончились. Собака. Тихо. А что мне надо? Подожди, мне, наверное, здесь надо что-то сделать такое, чтобы... ко мне не могли особо подойти. И это удары, видимо, вот этими клинками. Все? Хорошо, что все кончилось. Ну, это ненадолго, я тебе так скажу. Сейчас, наверное, будут еще какие-то мощные засранцы. И где да. же мы? О, похоже на Альфхейм. Ай, это самое худшее, что могло произойти. Получай по жопе, собака сутулая. Ты мерзость просто с собаком противная. Я в тебя сейчас накидаю. О, тихо. Не-не-не-не-не, товарищ. Не-не-не-не-не. Ты знаешь что? Ты знаешь, что ты засранец, урод и сволочь. Последняя. Ай. Опа. Пошел в жопу. Вот этих вот прям не люблю. Не люблю. Тихо. Все, сейчас они огребут. Причем хорошенько так огребут. Так, тихо. Беги. Вот прямо, если бы не они, было бы все прямо идеально. Все было бы очень хорошо. Но вот они пришли. Собаки, а. Воу, неплохо его так подцепило. Ну ладно, можно найти что-нибудь посильнее.
чем все-таки перчатка бесконечности, хоть она и собрана у меня полностью, но она не такая крутая, как хотелось бы. Нагибать ей не получится. Вот так вот. Где? Ага, сюда, все, понял? Вот так тебе. О, собака! Фу. Сейчас я тебе устрою, псина, проклятая, мерзкая, гадкая, вонючая псина. Где? Слушай, вот прям он меня бесит уже, надоел. Все, получай. Вот не хотел я на него тратить свою ярость, но только потому, что этот засранец меня уже достал. Вот так вот, ярости. Давай, сын, настреляй ему. Сейчас мы его оглушим и уничтожим. Все. В смысле? Ты его просто кинул. В смысле? Совсем, что ли, дурачок? Да. Мы попадем теперь? Я не знаю. Так. Снова хель. Сейчас полезут холодные. Ледяные, да. Да, ледяные. Это не такие страшные, как вот эти вот засранцы. Как эльфы. Вот так, получайте. Получай, пес. Ой, я не хотел эту атаку использовать. Опять это была случайность. Абсолютная, совершенная. Случайность. Так, все. Минус еще один. Да слушай, вот эти намного проще, чем эти сраные эльфы. Эльфы самые противные. Ну, еще более противные это... Это эти... Вельвы, или как они там, вольвы. Ха-ха. Сейчас получишь ты по жопе. Я тебе сейчас разрежу жопу, понял? Так, жопу не разрезал, но почти. Все? Все, с этими даже было проще. Ну сколько можно? Давай, мы по всем мирам, что ли, прошвырнемся? Это Муспельхейм, да? Муспельхейм, это плохо. Да ладно, Муспельхейм, это не страшно. Отец, ой. А, ой. Ну и чё ты хотел показать этим, а? Чё ты этим хотел? Ой. Серьезно? У-ху-ху. Эй, товарищ, ну давай. А, давай. Ладно, все. Сейчас мы его быстренько заковыряем. Тут вообще фигня полная на самом деле. Так, Дэйди Мюнер Леоста. Давай. Стреляй, настреливай, пока можешь. Пока есть такая возможность. Так, все. Давай, Кратс. Все, мы его сейчас... Сейчас мы его быстренько добьем. Ну вот и все. А вы думали, что тролль сильный? Да ни хрена. Он говна кусок. Осталось вот этого забить. Самого сильного из тех, кто был. И все. Из тех, кто остался сильный, по крайней мере. Так, пацана не трожь. Ясно. Чё ты тут пытаешься? Ну давай. Давай. Чего ты хотел этим показать? Что ты дебил? Мы это и так знаем. Без твоих доказательств. Придурочный. Остановились. Это все? Надеюсь. Да. Но где мы? Так, это чё? Руническая атака. Гнев Артемиды. Давай посмотрим. Оу. Ну это фигня. Это только оглушает. Ладно. А, ФПС, пожалуйста, вернись. ФПС, вернись, я все прощу. Так, ладно, пойдем. И мы... Смотри, мы снова в Мидгарде. В Мидгарде. А вот мост, получилось, башня снова на своем месте. И мы вернули башню в Мидгард. Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Так, хорошо, я понял. Вот там, кстати, где-то вот здесь есть сокровище закопанное.
Где-то вот там, потому что я помню прям по карте. Слушай, давай зажгем жаровню. Гондол. И... Гондол, я ее уже убил. Гондюль она ее. Гондюль проклятая. Сколько она мне нервов потрепала. Она в этом, в Муспельхейме была. Так, смотри, давай сейчас быстренько сокровища найдем. Потому что я помню там... А, что-то было. Подожди, я только забыл, что. Цели. Так, карта сокровищ. Нет, не здесь, не здесь. Не вот это. Вот это. А, подожди, нет, это не там. Это не там. Это... Где-то... Где? Слушай, это где-то где? Хотя, может быть, и... Там. Ладно, пойдем посмотрим. Долго там задерживаться не будем. Быстренько глянем. И потом пойдем в этот, как его, в Йотунхейм. Посмотрим на великанов. Так, столько сначала заберем. Золото и гира, скорее всего. Что там, золото? Что? Так, смотри, а здесь какая-то... О! И так, смотри, мне надо так, чтобы мне было видно... Так, окей, понял. Где-то, короче, сокровища здесь закопаны. Они, в принципе, после карты нормально проявляются. О, привет. Как дела? Ну-ка. Как настроение? Чё делаете? А вы... О, а вы чё делаете? Вы тут хернёй какой-то страдаете, товарищ, знаете? О, ой, а это что? Что? Ты дурачок, что ли, совсем? Ха-ха. Так, ой, выкинул его? Выкинул, да. Все, и тебя сейчас выкину. Что ты тут это? Ладно, почти выкинул, я его разрубил. Бедолага. Больно, наверное. А ты чё? Да пошел ты, дурачок, что ли, совсем? Ну, ну что ты? Вот что ты пытаешься доказать своими мелкими, бестолковыми потугами? А? Так, смотри. А где-то вот с видом вот на это колесо. Да, вот именно на это колесо и с видом еще на то колесо. Это очень-очень странно. О, сундук. Так, сундучок. Да чё? Ой, да пошел ты. Оу, он меня ослепил, серьезно? Ты чё, пёс? Эй, бестекстурная херня. Ты чё? Эй. Вот так тебе, псина. Было сложно. Грязная. Чё было сложно? Нет, не было сложно. Кратос, ты чё? Как было сложно? Не было? Перестань. Так, это что? Ярость титанов, руническая атака. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, она очень такая близкая. Я понял, это он почти кулаками бьет. Так, смотри. Если мы здесь закрываем ворота, мы отсюда вылезти не можем. Да? Ой, это что? А, вот и сокровища. Наверное, да? Да, это как раз... Наверное, это они. Это что? Вечный мороз? Хорошо. Серебра дали. И кусочек чешуи. Так, ну-ка, давай-ка попробуем вот туда стрельнуть, а? Это что-то дало? Нет, это ничего не дало. Окей, давай попробуем сейчас открыть эту дверь, потому что, ну, как бы полезно, наверное, будет открыть ее. Так. Только вопрос, как мне это сделать. Ха-ха, ха-ха. Так, это что? Это, наверное, запускает колесо? И чё? Вероятно, там будет какой-то выход. Или нет? А-а-а. И чё? Это типа можно просто покрутить колесо или чё? Похоже, да. Потому что я на этом колесе что-то пока что ничего не вижу абсолютно. Так, это последнее положение, да, его? О, па-па-па-пам. Па-пам. Па-пам.
Пока что непонятно. Окей, смотри. Две вот этих штуки есть. Это колокола. Колокола — это хреново, потому что в колокола надо долбануть. Да. В колокола надо долбануть, а вот эта вот штука, чё она? Я не понял. Я не понял, она не работает. Смотри, мне вот с этой стороны надо каким-то образом потом залезть. Вот отсюда. А как мне это сделать, я пока что не понимаю. Туда я вообще никак не могу пробраться, потому что как бы колесо полный оборот сделало и ничего не произошло. Слушай, это какая-то загадка. Я, наверное, ее сейчас не буду решать, я ее потом буду решать. Потому что как бы сегодня мы идем в Йотунхейм, ребята, в Йотунхейм. Так, погоди. Погоди, я придумал. Смотри, я же могу сделать вот так, оставить топ... Нет, не могу. Или могу, подожди, давай. Вот, я могу оставить топор здесь. Да. Могу отойти. И вероятно, что я могу его призвать. Да, я его могу призвать, но как правильно это сделать, я пока... Что-то не знаю, не понял. Вероятно, что... Ой, как сложно. Ой, вообще прям... Ой. Ну, да, и чё? И ничего. Ничего не произошло. Смотри, мне просто надо как-то выйти отсюда. Потом. А как мне отсюда выйти под... В общем, весь секрет в том, что надо было колесо повернуть так, чтобы можно было сюда доплыть. Поставить здесь лодку. И потом с этой лодкой уплыть на другой берег. Вот и все. Вот и весь секрет. Все было намного проще. Давай сейчас там, наверное, заберем... Скорее всего, там перчик какой-нибудь. Либо какая-нибудь... Эпическая руна, но как бы, да, чё бы не забрать, почему бы и нет. Почему бы и не забрать барахло, которое мне не пригодится дальше. Вообще, наверное, не пригодится. Не знаю, когда оно мне может пригодиться. Но вероятно, что пригодится, но не факт. Вообще не факт. Смотри, осталось зажечь вон ту башню и, наверное, еще какую-то. Так, теперь-то все намного проще. Так, вот так. Вот так. И давай вот сюда. О! В смысле? А что, я не попал по этой руне? Подожди, а как я не попал по этой руне? Вот так. Все, по всем рунам я должен был попасть. Ага, все, теперь попал. Все, поехали смотреть, что здесь. А здесь просто сундук, да. Просто обычный, самый обычный сундук. Даже несколько. Так. Я думал, здесь какая-нибудь гробница, там погребальница, усыпальница, а здесь сундуки. Здесь просто сундуки с ненужным барахлом. Ладно, ладно. Ладно, игра, я понял. Ты не приветствуешь такое исследование, да? Дотошное. Исследование приветствуешь, но дотошное исследование не приветствует. Лезвийный шторм? Чё? Так. Ух ты, прикольно. Да ну, прикольно. Дальнейшее увеличение числа врагов. Дальнейшее увеличение числа врагов, которых атакует топор, наносимый им урон от оглушения. Ну, кстати, не очень. Не очень мощная. Моя наковальня Ивальди, она намного сильнее. Да, моя наковальня Ивальди, она намного сильнее. И, кстати, у меня на этой наковальне может... Подожди. Если... Так, увеличение урона, если... Дополнительная атака... А, я понял. Хорошо. Ладно, поехали. Все, короче, едем в Йотунхейм. Въедем мы в Йотунхейм. Едем. Так. Поплыли. Поплыли. Так. Приплыли, поехали наверх, а потом по мосту, а потом туда-сюда. И вообще мы молодцы, и много дохрена всего сделали полезного. И вообще все прям вот супер. Мне очень нравится, кстати. Очень нравится.
прям игра... Ой, текстуры подгрузились, окей. А, смотри, вот там вот я еще берег не исследовал, да, вон тот. Или исследовал? Погоди, смотри, у меня почти все зажжены, кроме, похоже, одной. Одну только не зажег, да? Погоди, а что, мне надо, наверное, в дуду подуть? Давай попробуем в дуду подуть. Потому что змей, наверное, увидел, типа, башня Йотунхейма, здравствуйте. Не так. Стоит без причины беспокоить Йормунганда. Ну и ладно. Ну иди нафиг тогда, дурак. Йормунгандан. Иди в попу, все. А, смотри. Смотри, чё смотри-то? Чё смотреть-то? Говорю, смотри, а чё смотреть, не знаю. Пойдем, короче, в этот, в Йотунхейм. Сейчас нам, наверное, гномы какую-нибудь балалайку опять расскажут. Ну-ка, гномы, балалайку скажете? Только больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Ну вот ты, например, опять приперся. Ну, заходите. Ай, да, да, конечно. Так, талисманы. Талисманы я пока не буду менять. Хотя талисман, смотри, талисман миров, он, вероятно, ну, как бы, если сюда вставить камушки... А, подожди, а сюда нельзя вставить камушки, здесь нет камушков. Защита Эгира, да? Защита Эгира тоже говно. Уголек Синмары разве что был прикольный, но сюда надо фармить эмблемы и потом, наверное, эмблему Суртра. Рукоятки у меня все улучшены. Улучшать здесь мне нечего. Набедренники Валькирии, хрен знает, когда я вообще смогу улучшить. Безупречно асгардская сталь. Это вообще неизвестно, где брать. А, ну, я так понимаю, что пошел я нахрен с обновлениями, да, какими-нибудь? Ну, ну и... раз. Ладно, ну и пошел я тогда. Пошел я нахрен. Все. Возможно, кстати, мы с этим камнем сможем путешествовать между мирами. Знаю, а, подожди, камень у нас забрали. Но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Замести следы? Это как? Так, хорошо, башня доступна. Руна Йотунхейма доступна. Остался Ванахейм и Асгард, по-моему, да, в которых я не был еще. Осталось всего два мира. Да? Нет, три. Смотри, это что? Ванахейм, да, остался. Асгард, Йотунхейм, Альфхейм. Мир временно недоступен. А, Свартальфхейм и Асгард, да. Свартальфхейм. А, это мир, который этих гномов. Все, давай. Ой, Ванахейм, подожди, на пространстве не сработает. Йотунхейм, все. Ну, пойдем. Интересно посмотреть, что там будет, конечно, в этом Йотунхейме. Ничего не выйдет. Почему? Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная... Я сейчас твой глаз туда вставлю, понял? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот... Сейчас мы тебе второй выбьем. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдриш ныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знали? Брок и Синдри! Опять с этими террористами надо договариваться. Они ведь сейчас меня пошлют далеко. Подожди, я же еще броню не сделал от Брока и Синдри. Возможно, у них броня-то мощная. И какую бы я хотел, я пока не знаю. Так, под... Привет, а, у нас вопрос. Привет. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О. Это... Сглотнул? Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Ох! Блеванул. Отказался. Простите, я на минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутрь.
Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Так, статуя, но которую сожрал змей. Ну, залезть в него. Бедолага. Мне так нравится это был брезгливость Синдри. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. А я говорил, что надо подуть в дуду. А ты говоришь, нет, не надо в дуду дуть. Пошел. Так, смотри. Если что-то нужно сделать, нагрудники. Займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Ой, я не знаю даже, чего я хочу. Так, смотри. Здесь восстановление и руна, да? Руны. Ну, мне больше силы, конечно, бы пригодилось. Умеренный шанс получить защитный барьер. А здесь повышает... накопление ярости. Так, силы урона, восстановление. Слушай, я даже не знаю. Королевский нагрудник Брока и королевский нагрудник Синдри. Блин, ладно, давай Брока создадим. Так, королевский нагрудник. Броня для рук тоже, перчатки. Давай посмотрим, просто прокачаем, посмотрим, что будет, если... ну, вообще, эта броня будет сделана. Так, нагрудник на бедреннике. Блин, террористы, смотри, у меня сколько денег потерялось из-за них. А, смотри, воинский боевой посох. Подожди, нет. Подожди, а где эти-то? Подожди, а у меня что? Подожди, я же хотел на бедреннике сделать. Или я их уже делал? Подожди. Утраченное единство Тюра. Подожди, а я же хотел... броня для бедер. А где... вот... так, а где спутники? Где... где набедренники путников? А? А, смотри, а это можно теперь сделать за... я понял, хорошо, за деньги можно сделать. Короче, они... ой, первозданная руда мира... а, ну смотри, они плохо улучшаются, поэтому ну и ладно. Так, и броня для бедер, королевские набедренники бедра. Бе-бе-бе-бе-бе, те самые короче. Короче, нет смысла было, не было смысла сейчас. О! О, сколько я всего могу. Подожди, это купить, точно, купить. А не продать. Еще я ладно, пойдем. Пойдем подудим в дуду. Поговорим со змеем. И снова кровь. Крогу, да? Давай. Поднимай нас, лифт. О, великий лифт. Подудим в дуду. Спросим у змея, где глаз? И тогда... можем попасть наконец-то в Йотунхейм. Тор сату инисму тутурфа. Говоришь, как умственно отсталый. Статуи больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Вот это приключение. Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Смотри, сколько он места занимает там. Вон там, вон там. Блин, огромный на самом деле. О, заплыть в пасть змея. Так, сделаем? Я думал, мы в Йотунхейм сегодня пойдем. Можешь остаться. Такое я не пропущу. Так, заплыть в пасть змея. Подожди, а почему вперед? А, ну вот, да, все. Все, просто одно показывает немножечко в другое место, все. Ну, вот эта вот метка, которая там, рука, да? Она показывает разные места всегда. Ты кто,
точно в этом уверен? Нет. Ну да уж, я тоже не совсем уверен. Смотри, у него там одного зуба нет. Наверное, ему выбил его Тор. Я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в Великарне. Я отец. Меня много раз. Слушай, прямо жутко. Наверное, кто-то должен нам ответить. Жутко. Немножко прямо жутко. Ну, вперед. Ох. А как мы потом выбираться будем, вопрос? Нет, я понимаю, у нас будет два пути, конечно. Но какой из них будет нам доступен? А здесь будут какие-нибудь чудища, монстры? Блин, реально жутко выглядит это все. Чрево зверя. Отлично. Найдите глаз Мимира. Мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Так, хорошо, куски деревьев. Чё он ест вообще? Он, наверное, такой злой, потому что у него вон чё это. Надеюсь, это земля. Ну я да, думал, это кусочки земли. Будет хуже, а тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже вересковый эль. О. Ну чё, достанешь? Здесь вода сжётся. Это ведь вода? Ну, или не что? Совсем. Ага, в основном. Оу. Можно причалить здесь. Да, сейчас причалим. Там я видел какой-то сундук. Слушай, он сундуки жрет, он все жрет. Здесь, да? Да, здесь. А, так, ладно, вот давай. Молот. Сундук. Молот. А, ну да. Тот самый молот, ладно. Слушай, я денег потратил, надо опять денег копить. Ну как бы, да, у меня всего 150 тысяч осталось. Это как бы мало, это немного совершенно. А, что? Куда дальше-то? Вот сюда? Да, сюда. А туда можно? Туда нельзя. Ладно. Оу. У него тут прям вот, ну вот так себе. Это что? Чё вон там? Ничего не видел. Так, ладно. Я вижу сундук. Нет, это слишком далеко. Чё далеко? Чё далеко? Да иди ты в жопу. О, далеко ему. Сейчас будет близко. Сейчас там надо, я так понимаю, там надо вот эту вот штуку вот кинуть в нее топор. Где? Где? Вот в эту. Вот в эту прям топор надо кинуть. Ой. Там что-то есть. Да. Смотри, еще раз топор. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Оп. Еще раз. А, ну и тут это. Замораживалка. Вот и все. Все просто. Загадка прямо супер-мега логичная и очевидная. Это специально, наверное, сделано, чтобы игроки играли, им было интересно, а не просто вот так вот. Типа, не получается, да блин, не получается. А зачем я играю тогда и прочее, да? Дураки. Все. Мимир, где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. В попе статуи, надеюсь. Это было бы очень забавно, если бы реально в попу он засунул статуи этот глаз. Это было бы прикольно. И эпично. Потому что такой Мимир такой, а почему так, как он мог? Вот же засранец. Вот же нехороший бог. Бог. Так, а мы можем и сюда, да, прыгнуть? Давай сразу сначала сюда прыгнем. Здесь, наверное, путевая руна Ванахейма. Надеюсь. Или язык Ванахейма, или еще что-нибудь. Пожалуйста, дайте. Блин, символ предвидеть, да нафига мне это все? Хочу в Ванахейм, я не знаю, что там, но хочу в Ванахейм. И в этот, и в Асгард хочу. И вообще во все миры хочу. Это все? Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Серьезно?
Это так... Добрый, поберешь меня. Так просто? Все? Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Так, стоп, это все, что ли? Серьезно? Так просто? А я-то думал, сова. Ха-ха, прикольно. И все. Погоди, серьезно? Как ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст, цел? Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба — просто выдумка, богов. Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Да, интересно, как нам теперь отсюда выбраться. Я понимаю, что мы плывем вперед. А как нам выбраться? Подадим знак. А! Блин! Что? Это пук, наверное. Ну, это было страшновато. Изжога? Раздражаем желудок Йормунганда. Да. Нет, что-то не так. Его кто-то атакует, по-любому. Это... Ё-моё. Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Мне кажется, да, его кто-то избивает. А кто может его избить? Ну, блин, это... Ну, как бы со змеем таким бороться. Оу. Держись и постарайся не упасть. Иначе переварят нас. Глотка кренится, я... Держу. Так, хорошо, я могу крутить камерой, но не могу ничего делать. Оу. Нас выкинуло. Окей. Ё-моё, прямо на... А-а-а, больно же. Ай. Он умер. Он умер. Сын. Я цел. Вроде даже привыкать начинаю. А с ним змей что? Умер. Это мы его? Нет. Вряд ли. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Это этот птица Одина или кто? Кто это? Это Фрейя! Привет, Фрейя. Родная! Она ведь за нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Какого сына ты ищешь? Когда ты его видела? Давно. Его в Хельхейме оставили вообще-то. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Мы знаем, что Бальдур твой сын. Вон! Кто это? А вот и Бальдур. Здравствуй. Я прямо как чуял. Если ударить по большой змее... Вы двое тотчас же выползите наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Вот эта встреча. Мама. Я здесь. Он ее сейчас убьет. По-любому. По-любому нет, он ее сейчас убьет. Я никуда не уйду. Пока не убью тебя, да? Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства?
Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну вот как его опять лупить? Ну начинается! Давай, 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 получи по жопе, давай. Ну, сейчас я тебе... А, ой, это я получаю на жопе. Так. Так. Да сейчас мы ему наваляем, наверное, да? Получится? Получится, надеюсь, что получится. Да чтоб вы... Чтоб тебя... Ого-го-го-го. О, слушай, я его не могу пробить, потому что у него ХП восстанавливается. Так, стоп, подожди, я же ему уже сносил ХП, и оно у него опять восстановилось. Ну-ка, о, больно. Так, можно пробить? А, нельзя. Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Ладно. Стой! Ах ты, собака! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Вот же псина. Не моя кровь. Оу. Происходит. Это что? Подожди. Он точно! Он же себе. Он же себе эту штуку, короче, когда у него ремень порвался. Одну стрелу он себе запихал в этот, чтобы сдержанно. Чтобы сдерживать. Чтобы удерживать. Блин, он починил себе. Короче, он себе колчан починил стрелой. Он стал уязвим? Он колчан себе починил стрелой. И теперь... Мама! И теперь он чувствует боль. Это что такое? Вы этого не сделаете! Подожди, это великан мертвый. Что происходит? Хочет нас убить? Нет. Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, да-да-да. Ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, Амела сняла чары. Его можно убить. Можно, теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Отлично. Ну смотри, Бальдора мы, наверное, когда-нибудь завалим. И куда нас сейчас выбросит? Оу. Слушай, куда ты на вершину прямо выбросила? Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Так. Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Где-то скоро здесь? Скоро все закончится! Так. Опа! Ха-ха! Слушай! Ой!
Да, скоро все закончится для тебя, псина. Да, славно. Оу, фига, а он стал сильнее, по-моему. Еще хочешь? Так что ты сопротивляешься? Не сопротивляйся, пес. О, да, топором. Воу. Оу. Слушай, а он силен. Он прямо силен. Хо-хо-хо. Силен. Силен. Так, разламывай. Это чё? Это ловушки. Понял, понял, понял. Так, ну-ка, давай. Вот собака. Фух, тихо. Тихо. Да чтоб тебя, пес. Эй, перестань. Смотри, слушай, а он не такой сильный. Не так силен, как казалось бы, да? Только вот смотри, он урона не получает. Он урона не получает. Так, хорошо. Хорошо. Стой, подожди. А если вот так сделать? Ну-ка. И что здесь? Ничего? Серьезно? Погоди. 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 Так. Так. Мне кажется... Блин, а я не понимаю, что делать. А, да чтоб тебя, Фрея, перестань. Так, смотри, он урон-то почти не получает. Это плохо. А, не, получает, смотри. А, он же холодный, да? И я его бью холодом. И как бы смысла нету бить его холодом. Потому что как бы он от холода-то ни хрена урона не получает. Топор далеко очень был сейчас. Опа! Пошел в жопу, пес! Ха-ха! Ха-ха! Ага, да сейчас. Да сейчас тебе, пес. Эй, где он? Где? Где ты, пес? Ну, сейчас тебе в жопу влетит. А, не влетело? Сейчас мне влетит. Фу. Так, больно. Так-то больно, перестань. Вот так. Хоп. Сейчас погэкаем на него. Оп. Все. Слушай, а он прям... Ой. Ой. О, как ему больно, наверное, да? Как она вообще великаном управляет? Мне кажется, мы сейчас руку великана поднимем, он вылезет, и мы его раздавим. Стреляй! Давай, 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 давай! Вот так. Оу! Подожди. Нет! В смысле опять в яму? Какую яму? Больно. Не надо. Атрей! Атрей! Я здесь! Опять потеряли. Где он? Наверху. Хорошо. У меня все чудесно. А теперь он горит. Никогда не чувствовал себя столь живым. А? Прекрати! Криво! Оу. Слушайте, ребятки, вам бы, конечно, вот отсюда пойти нахрен. Мы сейчас тут большие дядьки разговаривают, а вы тут это, какой-то ерундой занимаетесь. Ну-ка, опа, получи, получи. Чё ты ржёшь? Смешно тебе, пёс? Смешно, что ли? Чё смешного, а? Ну-ка, давай, рассказывай, чё смешно? Ой, собака. Поймал меня, да? Ха! Сейчас тебе как... Опа! Сынок, давай, мочи его. Приятно, нравится? Нравится извращенец, а? Ух. Да, давай, 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 шумри, господи, шо ты? Шо ты как дурачок? Оу, вот так, давай. Хо-хо-хо, красава, смотри как. Вау, это очень эпичная битва, мне прям очень нравится. Да, ну, да ладно тебе, что ты?
Так, стоп. Мама! Он ее сейчас убивать полезет? Я погоди. Убью тебя! Мне кажется, мне надо раньше, чем он до матери доберется. Так. Ой, не надо. Атрей! Оп, поймал. Все, красавчик. Да он же ее сейчас убьет. Останови! А потом ему прострелили колено, да? Опа. Не надо. Хватит уже страдать. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А, подожди, здесь вот так. Заткнись, мама! Ага, все, я вспомнил. Это как в этом было. А, на драконе. Давай, мочи, мочи, мочи. Да, а, мочи. Да мочи просто, бей. Бей в морду. О-о-о. Так, сын. Ну давай. Давай в колено ему. В колено, в колено. Стреляй. Сын, стреляй. В грудак, хорошо. Еще одна стрела. Отлично, просто прекрасно. Давай, расстреливай. Расстреливай. Ой. В смысле, это что за... And his name is John Cena, да? О. Но он сильный. Он прям сильный. Он сильный. О, давай, 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 пацан, молодец. Ты сильный. Ты сильнее, чем... Отпусти пацана. Вы умрете. Я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Так, спартанская ярость. Давай, вот это, конечно, жесть. Что? О, сейчас. Сейчас такое будет. О-о-о-о. Когда же вы сдохнете? Да никогда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Осталось чуть-чуть. Чуть-чуть ему осталось. Оу, тихо. Так, нужны... Нужны огонечки. Так, огонечки. Оу, тихо. Вот так. Ладно, все, ему немножечко осталось. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот, отлично, я его очень хорошо поймал на эту атаку. И давай вот так. Опа! Ха, получи. Получи, псина. Так, он сменил стойку. Сменил стойку, а мне надо сменить оружие, значит, вот так. Фу, тихо. Вот так. Бах, обратно. Получил? Получил, псина. Оу, взлетел? В смысле взлетел? В смысле? Да не надеемся, я знаю, что я тебя сейчас, это, завалю. Оу, 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 не, не, блин, подожди, подожди, ты что-то какой-то прям усилился, что-то ты мне не нравишься. Да? Ну все, Бальдур, жопа! Ха-ха, ой, ой-ой-ой, больно было сейчас чуть-чуть, чуть-чуть больно. Вот, да в смысле, пес? В смысле он меня поймал на это все? О, красиво Кратос сейчас сделал, прям красиво. Так. О, сынок, молодец, смотри. Он прямо как батя. Да, сейчас все. Все, Бальдур уже почти убит. Прости, Фрея. Слушай, я придумал. Сын? Это что? Ты молодец. А-а-а! Он... Он разбудил змея. А змей просто вырубился. Ладно, хорошо, что он не умер. Я очень рад, что он жив. И чё? Надо бить? Убить? Задушить? Убей!
Пожалуйста. Здесь есть выбор? Моральный. Отец, он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ну, вообще-то я вижу, что нужна. Слушай, я хотел в Йотунхейм сходить сегодня. Но, видимо, не сегодня. Ты ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. А я думал, ну ладно. Снег. Нет, 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 мой мальчик, мой милый мальчик. Фрея, это его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Как все отнял? Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость, ты не изменишься! Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он... Сын, слушай меня. Так, моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных.
Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Ну что ж. Не понимаю. Достаточно знаю, много мы этого сделали. Точнее, всего достаточно много всего мы сделали здесь. Не злой. В этом эпизоде. Ты убил ее сына. Ее сына. Родителю так, нелегко геймпад пережить даже отключился. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения. Да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да, отлично. Да. В храм Тюра нас мы пойдем. Йотунхейм. Пойдем в Йотунхейм, но пойдем уже, хотел в этом эпизоде, но пойдем что уже в следующем. Всем огромное спасибо за просмотр, ребята. Не забывайте подписываться, комментировать, оставлять ваши царско-божественные лайки. Всем спасибо и всем пока-пока. Сейчас они договорят, и всем пока-пока. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдр был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости.